Всем привет, друзья! С вами снова я, Артём Плотников. И сегодня мы с вами продолжаем играть на сервере Premier Game. Друзья, время 9:43. Сегодняшний день, 16-я серия выйдет вечером, 18:00, как обычно. И, короче, друзья, я, короче, встал утром, открыл лаунчер и увидел, что онлайн на сервере 63 человека. При том, что у Даймонда ролиплей онлайн сейчас 200. Это получается 1/3 сейчас практически онлайна, как у Даймонда играет. Ну и вообще это на самом деле круто, я так считаю, что такой онлайн играет в такое время. Не, вообще отлично. Друзья, и как всегда мы начинаем с приветов с официальной группы ВКонтакте Escape TV. Блин, я пролетел на красный, не заметил, извиняюсь. Так, сейчас, короче, заходим, я опять забыл зайти. Так, сейчас я быстренько зайду в официальную группу ВКонтакте, кто еще не в курсе. Открываем описание к данному ролику и смотрим. Так, загорись красный, я хочу встать. Вот, отлично. И смотрим ссылку на официальную группу ВКонтакте Escape TV. Так, привет, у нас 270 сообщений приветов. Как вы помните, мы в прошлой серии закончили на 8-й страничке, если мне память не изменяет. Поэтому сейчас открываю именно ее и будем уже оттуда передавать вам приветики. Кавказские приветики. Так, 8-я страничка. Закончили мы на... Вот, на Егоре Селищев. Не знаю, как правильно, извиняюсь. Давайте, короче, встанем, быстренько приветики передадим, чтобы движение не затруднять. Так, на аварийке, мы все замечательно. Итак, от Егор Мкнион передаю привет Денису Девусову, Павлу Белову. А, Белому, ё-моё. Темка, привет от меня. От Игоря Эрб. Привет Колю Тимофееву от Ильнура Садикова. Привет Кириллу Важину от Саши Почкалина. Привет Сергею Торохову от меня. Так, сейчас лайки не ставят, что-то. Так, привет всему составу больницы от Сергея Торохова, еще раз. Всем привет от Влада Невдоха. Ё-мо, даже ударение поставил, молодец какой. Привет Артему от Виктора Рукопашева, незнакомому Артему, возможно, мне. От Артема Кузьмишко всему серверу. Так, ой, чуть страничку открыл. Давайте тут еще пару приветов. Осталось 4 штучки. Привет от Марата Ахметова, Марату Ахметову и Владу Щикирюк. Ё-моё. Так, всему серверу от Стас Першиков. Данилу Богданову. А, привет Данилу Богданову просто. Ну и последний привет Ларисе Толкачевой от меня. Привет. Вот такие у нас, друзья, на сегодня приветы. Кто не попал, тот следующий, короче, на 9-й страничке. Так что, друзья, не надо кипишовать. Всем привет передам обязательно. Так что не флудите, почему мне не передал, туда-сюда. Сейчас, короче, друзья... Сейчас войдем в мой любимый поворотик. Вот он, Вася, вот он. Как и давно в него не заходил. И, короче, сейчас отправимся мы к УВД. Посмотрим, ли что-ли изменилось с последней нашей погони. Потому что в последнее время меня стали просить сделать... Ё-моё! Сделать, короче, вторую часть погони на серию Premier Game. Первая часть набрала довольно-таки много лайков, около 100, что ли там. Вот, и поэтому друзья просили меня сделать, короче, вторую часть. Ну и сейчас мы это будем делать. Я не знаю, правда, где мы найдем ментов. Возможно, их вызовем сейчас. Полицию. Так, сейчас посмотрим. Да хрен кто приедет. Они, у них там весь чат зафлужен обычно этими вызовами всякими там. Кто-то там на красный проехал, ой, не на красный проехал, а скорость там завысила. У них это все в чате пишут, у них там такой флуд, что они просто на вот это вот внимание не обращают. Поэтому я не знаю даже, как их ловить, возможно, их даже и нету. Потому что машины все здесь вроде бы стоят. Блин, это, конечно, печальненько, что вот так вот все получается. Да, здесь нет ментов. Так, давайте посмотрим тогда залог, может быть... Ну да, знакомых нет, но, короче, я выкуплю всех, кто сейчас здесь сидит, потому что их мало, почему бы не помочь людям. Так, всех выкупили, короче, амнистия от Артема. Так, ё-моё, ментов-то так ведь и нету, и чё мне с ними делать? Я даже не представляю, и где мне их искать вообще? Почему такая хрень? Ё-моё, они атакуют меня. Тихо, друзья, тихо. Стой. Тём, не хочу стоять. Я хочу ехать. Сейчас заедем, короче, одежку поменяем. Потому что похолодало на улице, и поэтому надо уже потеплее там одеться. Так,
Стой. Ну и, Артём. Чего? Не, друзья, вы чё, куда я вас поведу? Какие нахер мехи, вы чё? Не-не-не-не-не-не-не. Никаких механиков, вы чё? Не-не-не, никакие механики. Я вам не таксист. Всё. Вы ж нашли таксиста. Я вас подвезу, потом сиденье ещё заваем вытирать. Так. Надо, короче... О! Вот так осенька, так мои пальчики так разнуло, осенька. Не, надо что-нибудь такое прям... Куртец какой-нибудь, ой, отбитый такой мужик, чисто такой, отбитый пацан. Не, надо что-нибудь, дед рулит. Ну раз дед рулит, то 10 тысяч получай. Так. Малец. Ох. Вах, вах. Так, надо, короче, ой, деду купить, короче, такой, типа, старичок. Слушай, довези до мехов, у меня там машина. Я чё, такси? Не. 5К и довезу. Охренеть, да? Во, надо уже к зиме, короче. Вот такого Васеньку мы купим. Вот такой Васенька. Вот такой Васенька, короче, у нас такие пальчики. Хоп-хоп-хоп, такой хоп-хоп. Ё-моё. Охренеть. Пять кей и повезу. Плати. Так. Отлично, отлично, друзья. Мерседес начинает работать. Замечательно. Чё так? Так, стопе. Пристегнитесь. Ё-моё, мягкий знак потерял. Пристегнул ремень безопасности. Пристегнул ремень безопасности. Ух ты, надо еще и покушать будет. Так, пристегнитесь. Сейчас выкину вас обоих из машины. Давайте. Быстренько все пристегнулись, потому что сейчас будет жесть. Сейчас они обкакаются, как я их повезу. Но правда тут вестит недалеко. Вот если бы я их в Милан куда-то вез, так бы, да, они бы там бы вообще бы обкакались от того, как я их повез бы. Потому что, я не знаю, доехали бы мы вообще живыми или бы не доехали. Так, ремень пристегнут. Отлично, что-то все ОФК, похоже, сервер лег. А нет, не лег. Какая вот эта что ли его машина-то? Ну да, в принципе-то чё, почему бы и нет? Его машина просто взорвалась, да и все. Ну или вот этот Субарик. Кстати, Субарики нормально такие, красивенькие. Хорошо смотрятся. Так. У кого, друзья, есть Субарик, напишите, пожалуйста, в комментарии. Ё-моё. У кого, друзья, есть Субарик, напишите в комментарии под видео. И я, короче, покатаюсь на нем, что ли, серийку-то можно. Потому что что-то прикольное какое-то. С виду красивый, сделанный хорошо. Но надо посмотреть, что он вообще может или не может. Короче, надо глянуть будет этот Субарик изнутри. Так, сейчас мы, короче, вот так. И, короче, поедем в кафешечку, как обычно, у брата счета нашего. Там поедим нормально. У него там новые поварята из Грозного. Японский бог! Вот это дрифт! Ёпамай! Чё-то я вообще не удержал сейчас машинку-то. Ну ничего, нормально, вроде вошли, даже не коцнулись. Замечательно просто. Просто отлично. Просто замечательно. Хорошо. Хорошо все сделали. Так. Кафешка. Короче, друзья, там еще 20 лайков осталось набрать на серии покатушки 6, и будет сходка в выходные, так что, да, даже не 20, там 19, что ли, или 18 ли. Так что, друзья, давайте просите всех своих знакомых, друзей, чтобы было, короче, соточка лайков, и сходка будет, иначе я ведь сходку не сделаю вам. Смотрите у меня. Так, давайте, что поесть такое? Давай суши, еще суши.
Так, ну давайте бокальчик шампанского опрокинем, потому что оно поднимает и голод, и жажду, и здоровье, друзья. Поэтому вот такая вот интересная хрень сделана с шампанским, так что оно прям там игристое, хорошенькое. Так, вон там шаха проехала. Так, ну что же нам с ментами-то делать, ё-моё, почему их нет сейчас на серию? 70 человек уже играет, половина даймонда, вы чё, и чё, ни одного мента нет на серию, я не поверю. Ё-моё, как печально-то всё. Печально, 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 конечно, всё это звучит, но мы должны с этим что-то делать. Так, давай сейчас, может, объявление в радио дадим. Надо дать объявление в радио, точняк, надо дать объявление в радио о том, что нам нужен мент. Требуется мент. На бандитский мейлинг требуется мент. Так, ну чё, я долго буду стоять-то? Газелька. Летящий Ашот. Так. Стопуй, стопуй, стопуй. Тихонечко, тихонечко. Чё-то у нас на авторынке новенького есть. Ну, короче, ничего хорошего тут на рынке нет. Четырка, кстати, белая, с белым неоном, вообще хорошо смотрится. Так, радиостанция. Подача рекламы. Требуется полицейский. Передаю привет Артему Кичигину. Так, требуется полицейский. Писать в СМС. Так, все, замечательно, надо теперь только телефон включить. Так. Передай, передай, передал я уже. Друзья, не флудите, когда... Так. Друзья, не флудите. Если я увидел, то все у нас замечательно. Снимаешь. Владимиру Талибову тоже привет, короче. Так. Хочу стать полицейским. К вам привет. Кошка, я в Ютубе. Так, Eject 61. Опа, мент. Мент, мент, мент. Так. Ми опустил стекло. Ду стекло опущено. Ду стекло опущено. Так. Товарищ полицейский, у меня розыск. Примите меры. Так, все, короче, телефон можно уже выключать. Так. Пай 61-му. 18-й, что-то там. 46, 36, 46, ой, 36, все, так, опа, 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 началась, короче, погоня, пай 11, 10, слезь, вот, отлично, погоня, короче, друзья, погоня. Как вы и просили, началась, короче, у нас погоня. Сейчас, короче, все будет. Ой, как я обожаю погони. Замечательно просто. Товарищ полицейский все еще орет. Водитель ТС, прижмись к обочине вправо, или мы будем вынуждены открыть по вам огонь. А ты догони сначала на своем Мерседесе, умер там уже подо мной. Давай, дружище, давай. Давай, дави, друг. Давай, пока зеленый. Где ты там? Вот он! Вон он мчит! Димаш Аманджол! Ёппа-мать! Давай, дружище, тащи! Мне уже штрафы летят! Давай, друг! Друг, хоть не хочешь заправиться, дружище? Заправка, отлично! Так, давай! Он там едет вообще? Он едет, друзья, он едет! Но мы-то тоже не стоим на месте! Вот так вот, замечательно. Давай в поле, короче. Сейчас на ту и в поле уедем. Смотри, вот сюда, вот так. В поле березка стояла.
Ё-моё! Тихонечко, тихонечко. Где там, товарищ полицейский? Потерялся, что ли? Ну что он там? В трех березах заблудился. А где он? Я даже сирену уже не слышу. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот она. Рыба моей мечты. Давай, дружище, давай, дрифти со мной. Давай, давай. Вылез, 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 стреляет. Стреляет, охренеть. Ты чё, друг? Тихо, тихо, вон он в поле в тачку залазит. Тихо, тихо, тихо. Залез, залез. Все, давай, дружище, вылазь. Давай, брат. Вот так вот. Отлично, отличненько. Вот, давай, танцуй со мной. Это называется, короче, серия «Танцы в поле» с полицейским. Тихо, тихо, друг. Тихо, 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 мы дымимся уже. Давай, брат, в тачку. Бей по газам и дальним бей по глазам. Давай. Дружище. Давай, помчали. Ой, да. Ну все, короче, пора от него отрываться. Пора просто сделать его. Друзья, определенно лайк за эту серию. Вообще замечательно. Наконец-то мента, короче, нашли на хвост. Погоня новенькая. Нормально, нормально. Ой, ёпамать. Так. Чуть-чуть мы не вписались. Какие-то богачи живут. Нормально, нормально. Так где там товарищ полицейский-то? Ё-моё, я сейчас сам себя запер. Ё-моё. Так, тихо, друг. Брат, нет. Нет. Стой. Поехали. Я не поеду. Блин, я толстый, я убегаю. Беги! Давай, Форест! Форест, беги! Так, тихо, надо вызвать. Блин, Банихоп! Я не могу вызвать! А-а-а! Сдаюсь! Где он? Стой! Сдаюсь! Сдаюсь! Блин, меня связали! Так, надо быстрее включить телефон. Я еще... Так. Взял тебя под конвой. Давай, друг. Тихо, в дом. Хочу войти в дом. Блин. Я сейчас этот дом просто-напросто купил бы. Так. Снимаешь. Ага. Так. Блин, а что, я даже менюшку открыть не могу? Вот это печально. Так. Давайте поскриним немножко. Так, ММ. Блин. Ах. Так, зачем ты мне 25 тысяч дал? Ты что? Смотрите, короче. Нормально, нормально. Меня, короче, задержал полицейский. Из-за того, что он мне машину растерял, еще и деньги мне отдал. Преступнику. Отлично, вообще мне нравится это все. Друзья, это круто. Ой, блин, я телефон-то что-то не могу достать. Сейчас бы набрал бы ребятам. Так, нормально, нормально. Ой, друзья, прикольно все. Так, куда ты побежал-то? О, отлично, отлично. Давай быстрее в магазин. Давай, давай, беги, беги. Блин, толстый, сука, беги. Давай! Успели! Тихо, 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 тихо. Аптечку. Аптечка, аптечка, аптечка. Чё-то нет аптечки? Блин. Давай мне лом, я ему сейчас лом втащу. Так, а есть что? Чем мне открыть-то? Я ему сейчас цветы подарю, точняк. Так, цветы. ММ. Блин. Опять тащит за собой.
Мужик, может, договоримся? Да, нет. Такой блатной, да вы. Давай, уходи от меня. Что ж делать-то, блин, я что-то не могу открыть. Ставить ПП на предохранитель. Так, кал. Ага. Так. Number один. Number один. Так. Кал. Блин, мне его включить надо. СМС 9999. Надо включить. Ну, мужик. Отпусти. Блин. Это все из-за того, что я скин поменял. Не смог убежать. Блин, зачем я вообще вот туда поехал? Понять не могу. Блин, я думал, там проеду, а там, оказывается, станция какая-то. Блин. Надо было вокруг дома проехать, вот это вот тут проехать. И тогда бы нормально бы все было. Ну ладно, нормально. Сейчас посидим. Давай, не, я на своем поеду. Ой, я его убить могу. Так, тихо, друг, отпускай меня. Тихо, дружище. Тихо. Затащил меня в транспорт. Вот козел. Еще и с сиреной повез. Так, я хочу... Ты че, на красный? На красный едешь. Так. Давай договоримся. 100 тысяч, давай. 1 миллион. 1 лям, задумался. Да давай, ё-моё, подкупная милиция. Так, в банк. Руди в банк. Давай, дружище. Зачем ты к заправке-то? Чего ты хочешь от меня? Так. Рули в банк. Отлично. 1 лям, и, короче. Нормально. Так. Оп, отлично, в банк все-таки повернул. Замечательно. Так. Сними наручники. Не убегу. Отлично. Везде есть подкупные менты, ё-моё. Мы ж в России живем, русский город все-таки. Давай, открывай. Так. Вышвырнул. Ты чё меня вышвырнул из автомобиля? Козел. Давай, в банк. Сейчас прикиньте, еще и лям возьмет, еще и посадит меня. Да его потом по РП убьют просто, и все. Закопаем где-нибудь в лесу его. Вообще нормально. Так. Блин, увидел бы хоть кто-нибудь, что ли, из своих-то. Да я еще и скин поменял, блин. Как назло. Так. Блин, я выйти не могу. Оп, я вышел. Блин. Так, тихо. Перевести на счет. Какой, 52-й? Давай, друг, лям. Лям переслал. Лям отдал. Ё-моё. Давай, дружище, отпускай. Так. И из базы данных в розыске убери. Из базы данных в розыске убери. Так, подождите, я ему должен цветы подарить. Так, передать. А где я ж цветы покупал? Блин, я ж цветы ему купил.
Ё-моё. А ну-ка, может они у меня... Во, ё! На, друг! Ща я тебе отдам. Так, передать. Где цветы? На, друг! На, дружище! На, дружище! Нормально, друзья! Мне нравится! Друзья, по-любому лайк за этой серии. По-любому лайк. Ты умри, я тебя выкуплю. Гуляй, мусор. Использовать сотовую, включить. Так, что-то я выйти отсюда не могу. Странно как-то. Так. Чего я выйти-то не могу из банка? Блин. Ай, выход-то здесь. Ой, дурак, ой, дурак. Друзья, в общем, на этом будем заканчивать нашу такую серию сегодняшнюю. Прикольную. Короче, нормально все вышло. У нас все-таки получилась погоня. Мы откупились за лям, представляете? За лям всего лишь выкупили меня. Ну, Роск остался, поэтому погоня третья часть, я думаю, все-таки удастся. И мы с вами уедем. Просто я с утра еще что-то затупил, зачем-то в забор поехал, там, короче, заперся. Ну ладно, сам виноват. Так, ты че? Да он еще что-то хочет от меня. Фото на память, ёпта. Ладно, друзья, в общем, ставьте пальчик вверх, большой пальчик вверх, 2, 3. Короче, набираем 80 лайков, будет третья, когда видео выйдет. Будет третья часть, в общем, погоня от Артема. Я думаю, будет прикольно. 80 лайков набираем, и все, и серия следующая будет. Короче, все нормально вышло, друзья. Подписываемся на канал, ставим лайки. Подписываться вон там, вон, да-да-да, вон там, вон там. Подписываемся на канал. Также вступаем в группу ВКонтакте Escape TV, которую вы найдете в описании к данному ролику. Ну а с вами был я, Артем Плотников, игровой серый премьер-гейм и игровой канал Escape TV. Всем пока и удачи вам!